Родился в Ставропольском крае. Там же окончил университет, факультет физической культуры. Через год попал в аварию. Оказался прикован к инвалидной коляске. На желание заниматься спортом это не отразилось. Уже 12 лет Сергей Сокульский представляет Подмосковье на крупнейших соревнованиях. Он многократный чемпион России, мировой рекордсмен по метанию ядра. И сейчас действующий спортсмен, но находит время и на развитие спорта. Много делаете для развития паралимпийского спорта, да и в целом для популяризации спорта и здорового образа жизни. Уверен, что вашими достижениями, успехами и победами вдохновляются тысячи совершенно разных людей, не только в Одинцово или Подмосковье, но и по всей стране. Свободное время Сергей проводит на Звенигородском «Спартаке» или дома, признается. Родился и вырос в селе, поэтому так и не привык к стесненным условиям в городской квартире. А теперь и привыкать не придется. Глава округа Андрей Иванов вручил члену паралимпийской сборной документ о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка в Ершово. Спортсмен уже знает, что сделает там в первую очередь. Самое точное, я знаю, что будет. Кроссфитовская площадка для зарядки, для разминки, так как моя жизнь меня научила идти со спортом в одну ногу всегда. Поэтому это точно. А дом будет одноэтажный. Хоть повод для встречи был личный, но все же поговорили и о развитии спорта в округе. Обсудили проведение на обновленном Звенигородском стадионе соревнований и сборов по легкой атлетике. Здесь для этого созданы все условия. Вопрос взял в работу профильный заместитель главы. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».